Сегодня вы увидите сериал-драма «Жизнь под чужим солнцем», который покажут 4 декабря 2020 года на телеканале ТВЦ. Сюжет мелодраматического детективного сериала разворачивается вокруг молодой девушки по имени Дарья, которая ведет размеренный образ жизни. В один из обычных дней, устав от городской шумихи и суматохи, она совершенно спонтанно решает на некоторый период времени отлучиться от всего этого и поехать на отдых. Долго не думая, в скором времени она отправляется в путешествие на море в Калининград и останавливается в одном из местных отелей. В этот момент она никак не могла предугадать, что именно в этом живописном солнечном местечке ее будет поджидать самый непредсказуемый водоворот событий. Изначально отдых Даши представлялся более чем удавшимся. Однако царящая вокруг нее идиллия быстро улетучивается, когда в гостинице одно за другим происходят поистине ужасающие инциденты. Поочередно погибшими обнаруживаются сначала аниматор, а после также молодая девушка, являющаяся соседкой Даши по гостиничному номеру. После прибытия на место происшествия стражей закона становится ясно, что как смерть аниматора, так и девушки является всего лишь несчастным случаем, ввиду чего вскоре возбужденные по этому поводу уголовные дела будут закрыты. Однако Даша уверена, что во всей этой истории все не так просто и ясно, как это представляют блюстители закона. Именно поэтому вскоре она решает собственноручно провести расследование и, таким образом, найти ответы на мучащие ее вопросы. Спустя короткий период времени ей, наконец-то, удается добиться значительного успеха. Она все больше и больше уверяется в том, что гибель двух человек представляет собой два отдельных преднамеренных убийства. Однако и без того непростая ситуация осложняется еще больше, когда в некий момент Даша понимает, что убийцы этих людей теперь охотятся именно за ней.